Песня трек так называется. Говорили, мол, пожил, не дожил. Говорили, невезучий к тому ж. Говорили, что нормальный мужик. Говорили, без пяти минут муж. Говорили, что нормальный мужик. Говорили, без пяти минут муж. Говорили, что умом исхудал. И судачили о крупных долгах. От кого бежал, зачем и куда. Не узнают ни Иисус, ни Аллах. От кого бежал, зачем и куда. Не узнают ни Иисус, ни Аллах. Говорили, что продался, не верь. Раз деньгами не богат, значит гад. А он в атаку шел, как раненый зверь. А это значит, без оглядки назад. Он в атаку шел, как раненый зверь. А это значит, без оглядки назад. Двухметровый городской Аполлон со свинцовой печатью в челе. Он отвесил свой прощальный поклон незнакомой чужеродной земле. Он отвесил свой последний поклон незнакомой чужеродной земле. Не тебе его судить и не мне. Не искавшего домашний уют, он пропал в забытой Богом войне, о которой здесь уже не поют. Он пропал в забытой Богом войне, про которую уже не поют. Говорили, мол, пожил, не дожил. Говорили, невезучий к тому ж. Говорили, что нормальный мужик. Говорили, без пяти минут муж. Говорили, что нормальный мужик. И к тому же без пяти минут муж. Это действительно, это реально написано, потому что в 2001 году очень многие говорили про контрактников, им боевые тогда начали уже платить. И такие мнения в Москве были, что они чуть ли не как наемные убийцы, самосовцы, ездят туда, чтобы убивать людей за деньги. Все это совсем не так, вот поэтому и написал.